равно к нам придет. Согласитесь, мы никуда от этого не денемся, это абсолютный факт. Вот чтобы провести это время с удовольствием, много гулять с детьми, с собаками, наслаждаться своими прогулками и знать, что наше здоровье защищено, мы с вами приобретаем пальто Дилана. Смотрите, нам с нашим пальто не страшны ни дождь, ни снег, потому что наш миколог Аминдров, наш эксперт, проверил все на себе, и наша парка действительно не промокает и защищает нас. Мы даже сегодня и делали с утра именно эксперимент. Я прямо надела на себя парку, которая сегодня уже второй час как раз-таки на мне. Наташа облила меня стаканом воды. Мы посмотрели, насколько проницаемость у материала верхнего слоя. Она полностью нулевая, то есть вода просто каплями осталась на поверхности. Также мы с вами насыпали сегодня снег, и он дает возможность доказать, что если идет вьюга, пушистая густая оторочка из меха будет защищать, как реснички, наши глаза. У нас с вами при этом, смотрите, капюшон глубокий, плюс отложной воротник из меха можно регулировать по длине, потому что он имеет такой козырек. Плюс я могу сказать, что вот эта вот часть отстегивается, значит, мы осенью можем носить с вами без меха, а на зиму его пристегивать. И плюс катапульт, можно капюшон полностью сам отсоединить, оставить только воротник. Хорошая длина, даже мой рост 1,83 м говорит о том, что длина у нас идет до колен. Рукава мне не короткие, при этом, смотрите, они под собой скрывают подворачивающий манжет для короткой руки, если дама невысокая. И плюс эластичная резинка Ribana, которая фиксирует. Ну а самое главное, помимо кулиски и глубоких карманов, которые тоже наполнены синдипоном, внутри у нас с вами жилетка из овечьей шерсти, что обеспечивает нам температурный режим. Внимание, от минус 20, не до, а от. От минус 20 градусов, то есть это настоящая стопроцентная зима для нас. Синий цвет на Миколе и на нашей Евгении, посмотрите на этот цвет. Конечно же, он базовый, роскошный, стандартный. Я для себя выбираю бордовый оттенок, вот он на мне, вы можете рассмотреть, как он выглядит, да? Мех у нас везде серого цвета. И есть еще кофейный, самый светлый оттенок. Сейчас посмотрим его у Миколы в руках. Посмотрите, три варианта цвета и размерная линейка, которая позволяет нам сегодня забрать пальто для всей семьи. Размеры от 52 до 60 размера. Микол, на мне минимальный 52. Помогай выбирать, как выбирать. Смотрите, у нас с вами размерная линейка от бренда Лари Часа ответствует, то есть мы с вами прям четко от 52 до 60 забираем, но так как многие носят верхнюю одежду больше себя, дамы 46, 48, 50 могут присоединиться и побороться за 52, почему бы и нет, потому что у меня плечи 52, при этом по груди я как бы 46-го, но я выбрала для себя сейчас 56, и мне нравится, что он больше меня. Поэтому дама в 46-м смело может надеть 52-й и тоже получать комфорт. Чем даже больше верхняя одежда на вас зимой, тем вам еще и дополнительно тепло. Это бренд Ларичи. Более 300 тысяч покупательниц нашего телеканала выбирают бренд в качестве своей покупки. И это хит, конечно же, который мы сегодня с вами можем приобрести по цене 5499 рублей с выгодой 49%. Мы еще с вами можем сэкономить дополнительно, если вместе с пальто Дилана приобретаем любое предложение из часа, и автоматически срабатывает у нас дополнительно 20% скидки, плюс бесплатная доставка. Не забывайте, она у нас тоже действует сегодня на наше специальное предложение. Я помню, и многие знают, да, в Советском Союзе не во многих городах можно было приобрести вообще любую одежду, а верхнюю и особенно какую-то такую стильную, красивую. И вот нам родственники из Владивостока, города-миллионника, прислали посылку как-то, и в ней была парка темно-синего цвета. Сначала ее носил мой брат года 3, потом я подросла и тоже мне передал эту парку уже по наследству брат. Я в школе, в старших классах, была самая модная девочка. И вот, Микол, я сегодня смотрю и понимаю, парки и сейчас мы носим, да? То есть это предложение вне времени. Да, это предложение вне времени. Почему именно раньше она была таким дефицитом? Потому что это европейские изделия. У нас в России мы могли носить только бушлаты, дубленки такие бесформенные в советское время. Парка была такой инвестицией, ее привозили из Америки, из Польши, кстати, ее
польское название «ментовка», «минтка», которая принадлежала именно полиции Польши. А у нас это слово потом стало оскорбительным для наших полицейских. Но в любом случае оно как раз-таки существует в истории моды. Что такое парк? Это трапециевидный силуэт бушлата, имеющий прямой край, либо слегка скошенный. Обязательно имеющий функциональный капюшон. Скандинавы уже доработали его с лисичьими или медвежьими шкурами в виде меха. Торочки. В некоторых брендах это даже более роскошные меха. В данном случае у нас с вами эко-мех здесь добавлен. Но в любом случае отличие от классической парки у нас у бренда La Riche есть. Это основное его преимущество. Жилетка вшивная из овечьей шерсти. В обычной парке это просто подклад. Вот так. А у нас с вами утепление. Но прежде чем мы к нему перейдем, Адам и Кол, смотри, мы все с разными фигурами. И кому-то нравится, когда талия подчеркнута, а кому-то этого не надо. Он хочет более свободный силуэт. Здесь мы подстраиваем все это под наши фигуры. У нас с вами есть вот такие саржевые ленты, репсовые, очень, причем качественные. Плюс они еще запаяны силиконовым вот таким резиновой профилактикой на краю. То есть они не будут осыпаться и крошиться. Они сделаны именно на уровне талии. То есть, если вы носите в прямом силуэте с брюками, то можно оставить парку прямую. А вот более женственный образ платья, конечно, можно его подтянуть. Хотя даже военные мужчины носят всегда бушлат под ремень, тоже приталенным силуэтом. Все-таки приталенный силуэт является олицетворением такой гордости, ровной спины и широкой груди. Ну вот смотрите, наши девочки Настя и Женя. Одна подтянула, так же, как я, да, зону талии, а другая просто расслабила и чувствует себя они оба, во-первых, комфортно и так, ну и плюс сразу же разные фигурки обрисовались, да? Вот такие парки сейчас очень популярны, и даже знаменитости, да, не гнушаются, любят, выбирают в обычной жизни как раз для прогулок парки. Ну, потому что это молодежно, это выглядит очень свежо, и при этом это достаточно удобно, потому что, во-первых, это у нас с вами акупунктурное тепло по всей поверхности, парка всегда оснащена не таким обычным декоративным материалом, а износостойким, в данном случае нейлоном, из которого даже можно шить и обувь, и сумки, то есть это неубиваемое полотно, поэтому в этой парке можно даже зимой в любом возрасте плюхнуться на землю и прям без ледяного. Ледянки на попе проехаться по горке, ничего страшного. Зима все равно наступит, и в зиму цены взлетят на хорошие теплые изделия. Наше пальто сегодня вот с помощью шерсти, с помощью утеплителя согревает нас. Успейте заказать по выгодной цене только сегодня. 5499 рублей с любым предложением из часа, доп. Скидка 20%.